Ну чё, здорово, YouTube, здорово, Дзен, с вами Джон, он же сдача Инграм и подготовка к сезону редакта 312. Сегодня в этом ролике мы посмотрим, что же нас ждет буквально завтра примерно, да, и начнем потихонечку сдавать то, что у нас накопилось у вендоров. Надеюсь, все это уже сделали, ну или параллельно будут это делать. Но прежде чем мы начнем, хочется опять по традиции, да, вот попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь комментарий, прожать колокольчик для того, чтобы не пропустить обновления о выходе новых видосов. Также пройтись по всем ссылочкам, ну, для поддержки стримера. И если вдруг у нас там что-то заблокирует, чтобы мы оставались на связи. Вот. Также мне хочется поблагодарить Альберта Топакабра за продление подписки на Дреджина и Самурая за продление подписки на Путника. Спасибо большое, ребят, за поддержку. Также Банжи нас обрадовали тем, то, что сезон Redacted будет показан завтра в 6 вечера по Москве, 24 мая. Осталось до выхода трейлера 20 часов, поэтому, ну, естественно, мы подрубим чуть пораньше стрим, я думаю, ну и заодно заценим, что же нам там покажут в этом самом трейлере. Он у них уже на YouTube-канале висит, на Destiny 2, поэтому, кому интересно, можно будет ознакомиться отдельно. Вот. Ну, реакция и все. Но вот это вот все, да, просмотр, там, перевод и так далее, все это у нас на канале будет, естественно, и в прямом эфире, и на YouTube, так что заходите. Далее. Ну, наконец-то Банжи официально объявили, что Варлоки победили. Ура! 23 мая, 8 вечера, в Москве. Что можно сказать? Поздравляем, поздравляем. Теперь у нас официально с первой игры Стражи выиграли Титаны, потом выиграли Охотники, теперь выиграли Варлоки. Ждем, что же будет на следующий год, потому что там будет реальная интрига. Ладно. Теперь к более насущным вещам. То есть, как вы знаете, игры Стражи закончатся, но где же наши эмблемки, да? Ну, если вы там 10% брали каждую неделю, то когда вы ее сможете получить? Тут вот я вот зашел на Bungie.net, написано, то что эксклюзивная эмблема по программе «Награда Bungie», «Право славы», вы выполнили триумф лучшей Страж Башни, за ваше достижение вы можете бесплатно получить эксклюзивную эмблемку. То есть последний срок для получения 24 мая у них, тут 12.59 горит, то есть с этого периода можно будет забрать, как я понял. И последний период это 31 мая, так что ждем, ну, кто сегодня днем не будет спать перед стартом нового сезона, можете забрать. Получается как-то так. Ладно, все, теперь уже переходим в игру, начнем сдавать инграмки и готовиться к следующему сезону. Так, ну что ж, начнем сдавать всякие инграмки. У всех вендоров, которые у меня там есть на башне и в шлеме, подготовил я Титана, освободил у него парочку флотов. Контрактики пока я еще не все досолил, но займусь этим уже после того, как сдам инграмки. Что у меня тут, собственно, есть? Надо поздавать инграмки в шлеме, надо поздавать инграмки у Гамбита, у Завалы, у Горнила, у Сейнта, ну и так далее. В общем, достаточно веселый процесс, но, насколько я понял, людям понравилось, как мы сдавали жетоны Железного Знамени. Это был такой достаточно умиротворяющий процесс, а сейчас у нас вечер, ну, пока запись ведется. И, соответственно, есть над чем почилить. Поэтому будем этим заниматься. Так, что дадут Варлокам за победу? Варлокам дадут статую позолоченную, по-моему, как и до этого делали. Ну, то есть, у нас там были знаки Титанов, Варлоков и Охотников, да, и, соответственно, тот, кто победил, та часть статуи будет золотой. Не благодарите. Ну, и шмотки будут светиться. Так, 5 инграмм у нас тут. Взрывной темперамент, гранатомет, пулемет, лук, руки, не для скуки, и ноги. Класс, спасибо. Получили, расписались, погнали, нашли на башню. Раш, раз уж такая пьянка, ждет. Посмотрим, что она там ада принесла. Так, ну она принесла источник мощи. Если у кого-то не было этого мода, то лучше всего его купить, потому что он есть, конечно, сейчас у нас в артефакте, но завтра его не будет, как вы можете догадаться, потому что артефакт перки поменяет. Чтобы он еще не забаговался, ну, именно перки его. Конечно, Банжи говорят, что это поправили, но на всякий случай лучше все-таки удалить моды из артефакта, из ваших шмоток, вот так вот сделав, да? Для того, чтобы
они вдруг не забаговались. А то я помню, пару сезонов назад у нас была такая тема, то что мы оставляли эти моды в шмотках, а потом не могли их аналоги достать, так как вместо них у нас были эти моды, собственно. Вот. Что еще? Ну, в принципе, здесь больше у него ничего нету особого. Что еще можно сказать? Если кому-то нужны новые экзоты из затерянных секторов, которые будут у каждого из наших персонажей, можно также и засолить, отправив на почту. То есть забив вот инвентарь энграмками любыми, да? Ну, желательно с энграмками с испытания Осириса, потому что оттуда можно будет потом новые шмотки и новые пушки получить. Так как они не удалятся, в отличие от тех инграмм, которые удалятся у вендоров. Вот. Ну и сходить в героический сектор вот сейчас до конца сезона, чтобы парочка инграмм вам улетела на почту. Там можно будет из них вытащить новые шмотки. Вот в начале этого сезона я это делал, и в результате мне с первого же раза выпадали новые шмотки, которые были на персонаже. Так что, ну, на заметку, как говорится. Так, что у меня упало? И у меня перки тут. Взрывной темперамент. Ну, характеристики для всех, идеальный треугольник. Спасибо, не надо. Лутаем легендарный осколок. Сейчас у меня 14100. Посмотрим, сколько будет в конце. Под кожу успешный прогресс. Спасибо, не надо. Цветочная ярость, вязочное движение на пулемете тоже не хочу. Так, по ножу вечный бивень. И ручки. Понял. Спасибо, игра. Идем теперь к гамбиту. Думаешь, раз тьма решила поболтать так, с тобой... что у нас... У скитальца. 39 инграмм, ничего себе. Накопилось, накопилось. Ладно. Была, конечно, мысля у него, не знаю, паролить либо гранатомет, либо плазменную винтовку, а потом я такой подумал, а зачем? Можно просто их открыть и все, и получить легендарные осколки. Ну, вдруг что-то полезное, что, конечно, выпадет, в чем я сомневаюсь, но заценим. Я вот, кстати, не помню, обещали ли нам... Вроде обещали какие-то новые пушки с гамбита. Может, их тоже парочку инграмм этих сохранить. Да ладно, в процессе сезона это доделаем. Ну, пошли сдавать. По данного сооружения не все... Так, Рахуль, радуй сделку, меня. Страж. Головка. Бега. Сочненько. Ну давай, смотрим. Слушай, а неплохо. Жизнь обеспечения, жажда адреналина. Ну, у меня уже такая есть с полосой удач. Ну, в принципе, не дурно. Ладно. Так, время на исходе нет. Плазминка. Вот, блин, палец на спуске под давлением, но меня не устраивает то, что здесь не умножитель частиц. Многокамерный компенсатор, в принципе, терпимо. И абсолютно скорость заряда. Вот было так близко, так близко. Так, Греник, что у нас тут? Тактическая подготовка и движущаяся цель. Ядреная смесь, ядреная. Хотя хэви можно будет солить, ладно. У нас еще таких будет нормально. Красных пушек. Гадрольные плащи отправляются в утиль сразу. Это все у нас пилится на пыль. Блин, вот я не понимаю, в чем фетиш засовывать вендорам инграмки, ну, шмотки, которые ниже 50 по статам. Кто-то ими реально пользуется. Так, да, кстати, пока не забыл. По поводу ресурсов. Можно подзатариться у мастера Рахуля, чтобы их было как можно больше. Хотя сейчас у нас старт нового сезона, а не старт DLC, поэтому я сомневаюсь, что их прям очень сильно много понадобится. Но хотя бы по косарю сохранить, почему нет. Также, если у вас вдруг у Сура и Коттерн клановые инграммки остались, то можно их не забирать сейчас. Ну, если вы там лайт вкачали, ну, уровень силы в этом сезоне, то они особой погоды вам уже не сделают, а в следующем сезоне могут зарешать, когда вы будете подравнивать свой уровень силы, то есть поднимая сверхмощным снаряжением своего персонажа, можно будет подравняться этими инграмками. Ну, подравняться в том плане, то, что они вам будут падать того же самого уровня силы, который у вас сейчас на шмотках. Соответственно, вот. Также Коттерн лучше сразу ее рубеж не сдавать, как только его сделать, потому что он тоже сверхмощный, там он вроде дает плюс один лайт, плюс один уровень силы. Так что надо быть уверенным, когда вы его
будете брать, что он вам реально нужен будет. Для того, чтобы подравняться, или для того, чтобы подняться. Частицы вот, как-то так. Ждут, ладно, скиталец, дай мне еще парочку своих инграмм. Ты в деле? На самом деле, было бы прикольно, если бы нам позволяли сдавать их прямо... прямо на месте. Ну, не только за счет... там, не за 50 легендарных, а сколько за 100 и за 10 тысяч блеска. Да, вот, бесплатно. А то еще как-то жаба душит. Ну и криптарку каждый раз бегать. Ну, спасибо хотя бы, что они на одной башне, они в шлеме, так сказать, еще параллельно. И что же это за шифр? Давай, давай, показывай нам. О, пипега. Еще одна скалка, еще греник. Ну, слушайте, неплохо так падает по пушкам. Прям весь второй слот забили. Диверсанты излишки сразу долой. Питающий ярости фугасный снаряд. Ну, блин, неплохой вариант для ПВЕ, конечно. Очень неплохой. Подумаю. Стрекоза и излишки. Блин, вот был бы перк на перезарядку. Ну, излишки ускоряют перезарядку, да, вместе со всем остальным, но не настолько, как питающая ярость, к примеру. Поэтому в ПВЕ такой себе вариант. Ну, для меня, по крайней мере. Так, скаутку мы убираем. Гранатометы смотрим. Нет. Нет, сразу. Неумолимость обойма, сюрприз. Ну, шмотки можно сразу, походу, пылить. Да, 50 тотал. 54, ну вот уже прогресс, кстати. Почти 60. Почти, очень почти. Ладно, возвращаемся. Там еще интересует момент, получится ли мне банши обнулить, потому что у меня там чуть-чуть осталось до следующего, ну, до финального ранга. Зови меня, скитарец. Второго в этом сезоне. А нам еще ушак создавать где-то 300 с плюсом инграмм. Так что там мы его почти на сладенькое оставим. Ну, Сейнт у нас будет последним, потому что как раз с его инграммками мне надо будет засолиться. Ну, персонажа, и потом, может быть, в Осирис схожу, чтобы еще и почту заполнить. Хотя вряд ли, там у меня немножко плачевно все в этом вопросе. На, то, что наш труд... на самом деле, в этом этот сезон у нас был короткий, поэтому инграмм не настолько много, как было в прошлом, который длился 6 месяцев, и... Я там уже видел комментарии, то, что люди такие решили вкатиться в игру и смотрят то, что уже этот сезон заканчивается, начинается следующий. Надо там сезонник докачивать, еще что-то делать, пушки выбивать и типа, а что в смысле, а что так мало? Что такой короткий? Ну вот как-то так, да, 3 месяца. Хотя у нас тут как раз уже начали идти разговоры, что контент закончился, что надо... Что надо другие игры идти играть и так далее. В общем, ну стандартно, что у нас там происходит где-то спустя 1,5-2 месяца. Так, типа все плохо и так далее. Ну почти добрались, кстати, до обнуления. Если вдруг, кстати, кто захочет стримера поддержать и попасть на видос, то можно это сделать при помощи DonatePay. Там начинает 50 рублей, сумма может увеличиться в 10 раз. И тогда можно будет в отдельное видео попасть, как вот у нас было с братюней, который донатил Казария, он стал 10К. Мы тогда вообще все в шоке были. Я даже это решил увековечить. Ну и подумал, а почему бы нет. Если вдруг у кого-то модификатор прыгнет, то добавим в один из следующих роликов. Так, у нас тут 3 инграммки осталось. Угу. Да, Рахул, я желаю совершить сделку. Давай, радуй меня. Плазминка, каутка, пучки. Ну что ж, смотрим. Киллерский магазин и питающая ярость. Ну, мемный ролл, конечно. Но нет. Винтовка. Разогрев и один за всех. Нет. Аутсайдеры, быстрое изучение. Спасибо, не надо. Метка гадрольная. В расход.
О, вот неплохой ролл. 18 на 24. Но тотал 55, поэтому для меня не особо примечательно. Но если только-только начинаешь играть, это прям как манна небесная, такой ролл. Для ПВП, по крайней мере. Ну, в ПВЕ, понятное дело, титану нужно восстановление и дисциплина. Ну, а в ПВП, поскольку тут у нас все любят ставить купола на Б, то надо качать интеллект. Так, как дела, герой? Что у нас здесь? Три штучки осталось. Погнали, дожмем. Дальше у нас уже завала пойдет. Новосооружение не вселяет. Видеть тебя снова большая честь, страж. Так, что у нас тут? Угу. С четвертого раза получится и полоса удачи. Вот это интересненько. Ну, типа, не жажда адреналина, конечно. Ой, то есть, не жизнеобеспечение, но тоже сойдет. Так. Оп, кто здесь? Джон, спасибо за контент. Всегда поможешь советом, ценим это. Романтик, спасибо большое за 100 рублей. Легион. Так, что у нас по рангам у Банши? Ну, чуть-чуть осталось, кстати. Буквально до следующего. А пушки у него там не обновились? Не обновились. Бывай. Погнали к завале. Что ты там мне дашь? Да. Приветствую тебя, страж. 105. Ну давай, жги. Ножки. Ракетница. Голова. Пульса. Руки. Щек. Блин, кстати, надо посмотреть. У меня точно все сеты на персонаже есть. Кстати, немножко отвлечемся от сдачи. Кто вдруг не выформил какие-то, как бы сказать, украшения с сезон. С плейлистов, то не переживайте, скины на них можно купить в монументе угасшего света. Вот здесь вот в отдельной вкладке будет в следующем сезоне. За высший осколок, за улучшающую призму и так далее. Ну, если вам на триумф и пофиг, на яркую пыль и так далее, которая выдается параллельно с этими скинами, пока они в актуале, да, то потом можно будет зайти сюда и достать эти скины. Как видите, все в свободном доступе находится, так что не переживайте. На старте нового сезона получится это сделать. Если вдруг кто-то там не успел вытащить скин на шотик. Ладно, продолжаем. Так. Ух ты, еще один ракетниц. Еще один красный ракетниц, причем. Ксенокласт, сюда. Сайдарм. Сайдарм на почту улетел. Ладно, будем потихонечку чистить, наверное. Полоса, удача, дальномер. Ого. Красивая, красивая. Ксенокласт нам выпал ни рыба, ни мясо, честно говоря. Движущиеся цели и черный порох нам не надо. Один за всех и быстрое извлечение. О май. Ладно, быстренько посмотрим на сайдарм. Так, излишки неумолимость. Посмотрел, проверяй. Грамку. Снова голова. Снова ракета. Что-то часто дают ракеты. Ну, в принципе, не то, чтобы я был против особо. Датчик угрозы в окружении. Кассетная бомба и быстрое излечение. Ну, уже ближе, но немножко не то. Немножко не то, что я хотел. Даже становится еще увлекательнее. Проверяю. Так. Ксенокласт, мародер и неумолимость. Так. О, пустой сосуд. Он еще падает. Неплохо. Опять ракетница. Ну, прям
Я вот только хотел сказать, что она прям часто падает, и она прям вообще зачастила. Да что ж ты будешь делать? Ну давай, давай, смотрим. Воссоздание, неумолимость. Нет. Да блин, можно сразу, даже не заходя внутрь, разбирать. Дальномеры, неумолимость. Воссоздание, кассетная бомба. Что это такое? Кому такие роллы могут пригодиться? Теневые инграммы и высшие особой надобности солить нету, так как тебе все равно их будет падать целая куча во время нового сезона. Вот сам... Вот что стоит засолить, так это инграммки с испытания Осириса. Там и инграммки Железного Знамени, если вдруг у тебя были. Там, да, вот там жир будет. Воссоздание и двойной удар. Ну, блин, двойной удар, конечно, неплохо, но вместо воссоздания бы что-нибудь. Дальномеры безумия. ПВП-шный, ПВЕ-шный ролл. Ей. Так. Чекаем почту. Излишки и разогрев. На 390 пульсе. Одобряю, одобряю. Приходите. О, подожди, мы, кажется, к обнулению добрались у оружейника. Ну-ка. Так. Давай подберем тебе все для нового задания. И требуется 16 ранг. А, мне его еще обнулить надо. Ладно, понятно. Так, когда-нибудь у меня слоты со шмотками заполнятся, но это будет уже совсем другая история. Что ты снова с нами. Что-то он завал настойчиво пихает мне пушки. Дестабилизаторы излишки, нет. Двойной заряжатель глаз бури. Вот только что говорили о глазе бури. Но на шотик это, конечно, весело. Забияка с обоими сюрпризом, автоподзарядом и ошеломительным восстановлением. Нор. Ошеломительное восстановление? Чё? Зачем оно на ней? Дальномеры, стрекоза. Угу. Чит как план. Ты прикалываешься. Что-то у завала фетиш на эту трубу, я смотрю. Так, а вот труба поменьше. А вот сайта тяжащий оружие сразу нет. Воссоздание один за всех. Ох. Снова пульса. Ножки. Вон титан, он любит трубы. Гадрольный плащ. Сюда. Так, шатен. Стремительный исход у рубака, нет? Постижение Зена Стрекоза. Я постиг Зен. Пока сдавал инграммки. 69. Так. Молодьба и мародер. ММ. Движущиеся цели Стрекоза. Как же игра любит давать мне Стрекозу. О, заполнились головки. 50 нет. 55 нет. 48, тем более. Спасибо за легендарные осколки. Гранатомет. Нет, пока не надо еще. Шатен. Шатен. Какая конек? Мастер всех датчик угроз. Алена, че? Очки. Кайф. Классно дают руки. Ну вот, кстати, неплохая была нога, по идее, но 55 тотал. Я все жду, когда мне... Такое редко, конечно, происходит, но иногда вендоры на башне все-таки дают 60 тотала. Ну, ходят легенды, по крайней мере.
Быстрое течение, жажда адреналина. Гадрольные плащи в утиль сразу. Тик. Стремительный исход, полоса удачи. Нет. Датчик угрозы, стабилизатор. Спасибо, не надо. Так, тело заполнилось. Грудь 15-50 размера. Нет. Нет. Блин, вот эти призыватели блеска и вот все остальные расходные материалы, они все копятся и копятся, а их лень прожимать, а ты их не можешь просто взять и удалить. Так, датчик угроз и обоймый сюрприз. Датчик угроз на ракетницу. Неплохая дорожка. Воссоздание неумолимость. Нет, датчик снова неумолимость. Здорово. Вот, блин, на ковру с автоподзарядом вместо тактической подготовки было бы ничего так. Ну а так нет пока что. Так, дальномер, эмпатический арсенал, убийственный вихрь, киллерский магазин. Ну, у нас уже есть с дальномером и киллерским магазином. Типа, обойдемся. Так, далее что? Встречение один за всех. Не надо, пожалуйста, учиди. Что-то я вот к какому вендору не зайду, он больше всего мне любит давать пушки во второй слот. Что-то какой-то фетиш у игры, блин, на это. Но правда, завала с этим очень упорно борется. Дает мне в третий. Вот сейчас, как бы, в опровержении моих слов, мне дали кучу пушек во второй. Ну, граната, шипы и питающая ярость, в принципе, было бы неплохо, наверное, в параллельной вселенной. Двойной удар мародер. Ну, я подумаю, ладно. Так, здесь у нас что? Двойной заряжатель неумолимость. Нет. Ик. Продолжаем. Снова ксенокласт. Снова пистолет. Все на выход. Вот все на выход неплохой пистолет. Я даже с ним побегал немного в свое время. Видосик записал. В принципе, если бы это не было бы пистолетом, то, может быть, даже было бы и хорошо. Но сейчас пистолеты Банжи вообще ниже плинтуса опустили. Типа, они работают на длине плазменных и некоторых дробовиков. Так что, ну, если только в паре со снайпой брать, не знаю. Так. Гриник. Молодьба и чистолюбивый ассасин, спасибо. О, а это что? Дальномеры, усиленные резервы. Как же игра дает мне красные пушки. Это я пока оставлю, чтобы не распылить. Экзоты вроде не падают, если у вас нету дополнений, связанных с этими экзотами. Но это не точно. На себе не проверял. Подружки рассказывали. Дальномеры, эмпатический арсенал.
А, ну вот в чате подтвердили. О, пустой сосуд, снова пульса. Молодьба, энергоничная рукоятка, питающая ярость. И если пляшки. И мой любимый один за всех, о да. Больше ракет, больше! Честолюбивые ассасины, кубура стопа зарядом. Ну, звучит неплохо, конечно. Диверсанты, усилитель импульса. Звучит. Падение света будет последним DLC. Там еще будет Final Shape. Финальная форма, вроде. И это еще даже не его финальная форма. Так, стрельба скольжения. Чистолюбивый ассасин рыбака. А потом суп с котом. Вам же не говорили. Привет, Дим. Ну, как обычно, выйдет дополнение, и к нему будут выходить сезоны. Ну, типа, я не Ванга. И не, мысли читать не умеешь, что там Умбанжи не умеет дальше делать с игрой. Здорово, принтер. Ну, полноценный DLC, скорее всего, будет. Можно, конечно, надеть шапочку из фольги и начать предполагать, что Lightfall означает то, что стражи лишатся света. Потом мы с этим будем как-то справляться, находить альтернативы. А Final Shape это будет уже последнее противостояние добра со злом, где мы будем, не знаю, уже землю разбомбят. И нам надо будет куда-нибудь сбежать, чтобы оттуда вести подрывную деятельность. Там, я не знаю, временной континуум поменять, чтобы потом все это дело перезапустить, отменить коллапс, заново там отменить полет Илона Маска там на Марс, чтобы он там не нашел травелера и так далее. В общем, забейте! Там они много чего могут намутить. Там же не зря вели незнакомку, которая, ну, из параллельной вселенной, там, из другого таймлайна, там, и так далее. Ну, короче, добавили сюда вот это вот все в стиле Марвела, да, вот. И комиксов мультивселенной, там, и вот все в параллельной реальности. Поэтому они, скорее всего, могут этой картой потом воспользоваться. Ну, для того, что... Ну, не зря же ее вернули, типа. Но это так, знаете, вот, то, что... Если вот немножко угореть и напрячь фантазии, что они могут примерно сделать. Типа, людям бы, наверное, такое понравилось. Это мейнстримно звучит. Как-то так. По мнению Банжи, вот так вот я скажу. Типа, ну а чё, киновселенная Марвел так делает, почему мы не можем? Вроде бабки рубят. Тем более, они это уже делали с этим, с Кейдом. Ой, то есть не с Кейдом, а с Сейнтом, которого песочные часы эти засунули, потом оттуда его вытащили. Ну, сказали, что с Кейдом такое нельзя сделать, потому что Сейнт умер в песочных часах, да, вот, в солнечных часах этих. А этот просто умер. Ну, короче, как в «Пиратах Карибского моря», потому что Барбосса умер всего лишь... А Джек угодил и духом, и телом не в обитель усопших, а в объятия возмездия. Что-то такое. Короче, все эти сюжеты уже были. Я думаю, Банжи по этой дорожке может пойти. Ну, не исключаю. Типа, вот либо... Мы лишимся мало того, что света, так еще и земли. Надо... Будут совершенно новые локации. Они это будут подавать прямо с помпой. То, что вот, ребята, зацените... Набившие оскомину локации уже из игры уйдут. У вас появится совершенно новая локация. Вообще это будет Destiny 3 и... короче, Destiny 2... Destiny 3 Андромеда. Во, точняк. Ближайший аналог еще. То есть в какие-то мы там вообще дебри улетим. Подальше от Солнечной системы. И там у нас, может быть, вообще будет другой страж. Можно будет заново себе его слепить. Ну и все наше хранилище, естественно, вайпнет. Там, я не знаю... И будем вот в угаре тут, блин, в угаре тут, блин, снова заново постигать Destiny.
Типа, ну, Банжи это мотивирует тем, что, ребята, мы, короче, тут подумали и решили, давайте сделаем третью часть, чтобы уравнять новичков и старичков. Так, пока мы тут в угаре расписывали теории всякие, инграммки у меня кончились, заваловские, и у меня тут еще спросили, типа, где будет данж следующий. Ну, что могу сказать? Не на Луне, на Луне данж уже есть. А, не на космодроме, на космодроме данж уже есть. Ну, короче, тиски алчности, вы поняли. Что еще, где еще? Ну, либо Несс. Либо Несс, получается, я не знаю. Ну, в Мире Престолов... Ну, либо Несс, либо Мир Престолов Саватун. Ну, может быть, еще Европа будет. Там тоже нету данжа вроде. Но там и так, мне кажется, слишком много иконок, и он относится к другому DLC, поэтому сюда, скорее всего, не будут запихивать ничего. Поэтому, да, либо Мир Престолов Саватун, либо Несс, скорее всего. Ну, может быть, ЕМЗ, на худой конец. Город Грёз, понятное дело, тоже не будут запихивать, потому что это другой DLC. И там уже есть данж. Вечность, ну... Хотя... Остались еще легенды, но, блин... Банжи, не будете же вы Кроту, допустим, делать данжем? А, ну еще у нас там скидка на Королеву Ведьму 25%, как я понял, в Стиме. Поэтому у кого есть возможность купить, покупайте. Так, постижение Зена дестабилизатор. Мэ. Что у нас есть? Безумие и дальномер. Двойной удар и мародер. Жажда... Обеспечение жажды адреналина. Так, нет. Нет. Но неплохо. Для своего ранга. Ладно, пошли к Шаксу теперь. Предпоследнее блюдо, так сказать. Что у меня там у этого банши пока что по рангам? Что тебе нужно? 284, ну так. Покажи им, чем больше, тем лучше, так? Приступим прямо сейчас? Да, приступим прямо сейчас, Шакс. 385 инграммочек. Понеслясь. Хотя, погодь, есть у меня тут по ножу в тисках победы все? Сейчас быстренько проверим. Ик. Звезды восьми сюда. Эпитафия. Новая эпитафия. Снова ручки. Больше эпитафий. Больше, больше! Неплохо. Кажется, я понял, какая пушка любимая у Шакса. В отличие от завалы. Нет. Нет. Сгой киллерский магазин. Неплохо. Ладно, быстренько почту почистить. Ту-ту-ту-ту-ту. Продолжаем. Голова, тело, ноги. Ну, буду сдавать, короче, пока на почту на что-то летать. Начало. Ладно. Блин, обидно... Я так понял, у Шакса нету третьего слота, да? Я был бы не против. Тающая ярость, жажда. Что-то, блин, у него вообще есть интересные пушки? Ну, кроме пульсы, которая, ну, у меня уже, в принципе, есть и так. Короче, буду показывать тут в этих инграммах, только если что-то интересное упадет. Реально, что-то Шакс в этом сезоне вообще как-то не веселит. Да еще ярость, диверсант, устойчивая изготовка. Ну типа, мужик, что ж с тобой случилось такое?
В принципе, ладно, тут у него внимание заслуживают автоматы снайперка. Если снайперка нормальная упадет вдруг. Электрический автомат в хозяйстве лишним тоже может, в принципе, не быть 600-й, но... Блин, что-то вообще не радует, он меня в этом сезоне. Так, еще один автомат. Изгой и быстрый прицел. Ну, блин, мне бы перк на урон и что-нибудь на перезарядку. Ну, по классике, чтобы по ОЕ с ним бегать, мобов пугать. А так, ну, такое. Опять этот стон. Стонкс! О, снайпа. Ну-ка, снайпу мы посмотрим. Так. Излишки и молодьба. Нет. Стоящую изготовку и молодьба. Нет. Излишки дестабилизатор. Нет. Нет. Все. Идем дальше. Так. Тройной выстрел, магазин для множественных убийств. Неплохо. Угу. Продолжаем. Так. Устойчивая изготовка, кирильский магазин. Вау. Палец на спуске, синхильный конденсатор. Ну, если когда-нибудь автоматы бафнут, было бы неплохо, конечно. Но... Не сегодня. Изгой и диверсант, изгой стоящего изготовка, разогрев и киллерский магазин. Поверяшка 312, ну-ка, о! Изучение движущаяся цель. Ну, блин, если бы нормальный был бы магазин, может быть, еще бы подумал. Движущаяся цель, быстрое изучение опять. Еще за фетиш у игры. Стабилизатор. Излишки, быстрое изучение. Вот неплохо, наверное. Восстановление глаз бури. Жизнеобеспечение, усиленные резервы на бесполезном пистолете. Вау. Класс. Так. Тактическая потолстика. Дальше у нас. Мародеры, быстрый прицел. Дальше ярость, источник мощи. Мощи. Увидеть героя. Тут народ у нас опять жалуется на то, что подбор в игре отключили. Что? Как? Зачем? Почему? За что? Ну не надо. Блин, как же мне банжи дают второй слот? Вот кому-то дают второй шанс, а мне дают второй слот. Причем упорно так. Слушайте, я, конечно, сдавал у этих вендоров раньше инграммки, но когда ты знаешь, что тебе отсюда ничего путного не выйдет, это настолько уныло, блин. Вот, реально, я уже даже не добавляю то, что мы тут с Шахсом делаем футажи, потому что, ну, блин, это настолько уныло. Типа, ты просто понимаешь, что тебе надо то, что ты будешь у него доставать, разбирать сразу. Вот, можно добавить кнопку, тупо разобрать все на легендарные осколки, вот, чтобы не сдавать по одной, чтобы они еще на почту не улетали, банжи. Но нету у Шахса в этом сезоне нормальных пушек, вообще. Типа, есть какие-то, где... Которые теоретически когда-нибудь тебе могут пригодиться, ну а так, блин, ты тупо сидишь и такой, раз, два, три, Да, сектор у нас с могилой Офелии, сегодня надо будет туда сходить пофармить там макдотки. Да, вот, кстати, реально, многие спрашивают, типа, как больше контрактов засолить, как больше выполненных контрактов поместилось, чтобы на персонажа... Контракты и поручения делят общее слово, так сказать. Вот здесь вот, в левом нижнем углу можно увидеть. Поэтому чем больше у вас поручений, тем меньше у вас слотов для контракта. Соответственно, надо немножко почистить поручение. Ну, это прям топ. Вот сидим мы тут, сдаем, уже где-то 100 инграмм сдал.
Жизнеобеспечение, киллерский магазин. Два противоречащих друг другу перка. Спасибо, игра, спасибо. Но чисто ради лузов. Сидим тут еще параллельно лут с гемов и с Осириса обсуждаем. Да, вот про адептские пушки, насколько они тут прикольные или нет, но уже чувствую, что плыву прям. Кстати, возвращаясь к пушкам, вот здесь с предыдущих сезонов их тоже можно купить, ритуальные стволы. Как и украшения к ним, естественно. А то меня в чате спрашивали. Так, у нас есть победитель. Даже адреналин и жизнеобеспечение. Ну, хотя бы что-то. Окей. Так, я немного освободил второй слот, чтобы туда больше поместилось, так как игра прям настойчива. Она мне может штук 5 или 6 пушек подряд дать во второй слот, но не дать ни одной шмотки. Это какой-то вообще нонсенс. Реально у нее какой-то фетиш. Так, очередная партия. Обна. О, питающая ярость, даже адреналина, смотри-ка. Допустим. Ну, оставим пока что. Идем дальше. Не, ну Шакс реально забил мне шмотки давать. Я сдал еще сверху где-то 50 инграмм и ни одной шмотки, одни пушки. Типа, бро, как делы? Тактическая подготовка и глаз бури, блин. Опять? Мне уже даже интересно, когда он мне начнет шмотки давать. Он, мне кажется, забыл, что они у него есть. О, питающая ярость, киллерский магазин. Круто. Продолжаем. Второй слот. Второй слот. Второй слот. Второй слот. Второй слот. Не, мне уже интересно становится. Ой, изгой, жар, адреналина. Тупо все варианты собрал уже. Так. Так. Допустим. Так. Угу. Продолжай. Так. Пушку, 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 пушку. Давай, 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 ты можешь. О, господи. Не, ну реально что-то у Шакса сломалось. У него шмотки закончились. Эй, мужик. Дай шмотку! Зов. Так, Шакс, давай, давай, ты можешь. Дай шмотку, 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 шмотку. Шмотку. Одежду. Одежку. Мне нужны твои одежда и твой мотоцикл. Не, можно без мотоцикла. Господи, братан, ну дай ты мне уже шмотку хоть какую-нибудь! Я хочу увидеть шмотку от тебя! Да ты, блин, угораешь!
Не, я не сдамся. Ты мне дашь шмотку. Или просто дашь, я хз уже. Так, что-то здесь не так. Шакс! Ну по-братски, ну. Я сейчас просто возьму его рог и туда дуну, блин. Ну, блин. Чел! Перезалети, вдруг поможет. Да сейчас я вообще еще и станцую вокруг него, мне кажется. Но это реально не смешно. 100 рангов, ни одной шмотки. Ну такая у меня уже есть, кстати. Надо сравнить. Ну такая у меня уже есть, да. Правда, она полностью на удобство, но... Ладно, окей, допустим. Да. Да. Так, продолжаем. Пушка. Пушка. Тупо стонкс. Причем еще и красные. Так. Неплохо. Блин, может реально перезалететь на башню? Что-то я в это не верю. Если выпадет шмотка, больше недели носить. Ну, должен признать, Шакс, появилась реальная интрига. Даст ли он мне ш... Ладно. Нет. Появился контент, да. Ничего себе! Ноги, ноги! Наверное, чтобы убежать отсюда. Они упали, они упали! Шмотки существуют! Ой, ты мой маленький тотал на 55, как же я рад тебя видеть! Ну все, можно и закурить. Все, больше мы шмоток не увидим до конца 50-й грамки. Нужно переходить в Геншин. Хорошо, хоть не гадрольный плащ, да вообще. Не, ну мы хотя бы до этого дошли. Мы увидели шмотку. Она существует. It's alive! Ладно, то сдадим уже эту фигню.
Бурасов-то под зарядом устрижающее оружие. Уважаемо, уважаемо. Вот только у меня такая есть уже. Да, идем дальше. Так, продолжаем складировать куплеты. Ну, такое у меня уже было. Палец на спуске, молодьба. Ебай! Итак, барабанная дробь. Какая же у меня будет последняя инграммка? И это пушка в первый слот. Ей! То есть от гамбита мы оставили одну пушку. От налетов мы оставили одну пушку. От шакса мы оставили аж целых 4. Ну и то я буду решать. Наверное, я эту пульну потом. А это у меня уже, возможно, есть. Ну, короче, посмотрим. Пошли к Сейнту, чё. Тебе нужно. Так, чё у меня давай у Сейнта? Банши. А, у Банши обнуление уже доступно. Ну, давай, лутаемся. Это мне дашь? И будет 16 ранг. В смысле? Чё, жадничаешь? Ладно. С тобой неплохо. На бумаге неплохо. Ладно, погнали к Сейнту. Так, ну чё, 108 инграмм у Сейнта, будем открывать. Надо будет потом еще где-то 30 штук оставить, точнее, чтобы потом их засорить на персонажа, так как они пропадать не будут. Ну и может быть после этого Василиса немножко пофармим, чтобы на почту улетело. Так, окей. Так. Ну чё, радуй меня. И что же это за шифр? Так, на восстановление шмотки стоят. Давай. Ничего себе, сколько грудей. Какая грудь? 30 на 15, ничего себе. Вот это я понимаю лут. И шмотки падают, и на что-то даже прикольное. Ладно, быстренько сбегаем к почте. Шаг, сучись. У коллеги. Продолжаем. Бежим в припрыжку. Начнем, пожалуй. Так, скаутка, автомат, прости господи. Одержимость, перезарядка, стихийный катар нет. Вечное движение, стрижайка. Так, а что у меня тут было? 30 на 27. Получше, конечно. Еще интеллект есть. Но это ее не спасает. Ладно, пусть пока будет. Думаю. Когда итоги подводить будем. Вдруг это самое лучшее, что мне вообще выпало тут. Раны выстрел, соточная ярость. Плохой вариант. Вечное движение. Ададжио. Экзоты, да, схожу в сектор пару раз. Засолю парочку. Так. Ладненько. Охотник, с твоими габаритами я тебя почти что не заметил. Вообще обидно. Качество. Как бы. Так, 37 грамм мне надо будет оставить потом. Даже, наверное, чуть побольше, чтобы... потом заполнять инграммками этого, как его называют, персонажа. Да, оставлю где-то 50. Откроем сейчас парочку раз их. А там уже все остальное. Посмотрим, что мы можем друг другу. Значит, нет. Точка, 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 увы, ях. Макс, спасибо за еще 200 рублей. Эх, не прокнуло. Не везет нам.
Так, идеальный треугольный компенсатор раскачки. Красиво. Жалко, что не адепт. Так, нет. 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 Одни. О. Источник. Эх, продолжаем. Обойдешь. Здорово, Сань. У нас тут сдача инграмм по полным ходам идет. Слава богу, остались только осирисовские. И что же это за шифр? Контрольный плащ. Снова контрольный плащ. Oh, даже что-то на почту улетело. Штук 500 не набрал, ну. Ничего, подумаешь. Невелика потеря. Так. Сейнт. А, нет, тьфу, одна шмотка осталась. 20, 11 и 20. Дарите миру то, что хотите от него получить. Блин. Ну ладно, подумаю. Так, они связь. Вижу, ты пришел с охоты. С охоты крепкой. Так, так, так. Работаем. Какая себе грудь. Мог бы найти получше. Блин, вот адептская такая бы упала. Но в следующем сезоне еще можно будет заклинатель пофармить. Ну а так неплохо. Для ПВЕ, по крайней мере. Стреляй, подбирай, стрижайка. Раз это под зарядом, вся точно ярость. Not bad, not bad. Пока думаю. Разворот. Я держу. А на следующий сезон. Идем дальше, смотрим. Так. Начнем, пожалуй. Уже пора кончать, блин. Угу. 18-25, неплохо. Да там в дискордах на Destiny LG есть бот, который... Точнее, группа ботов, у которых можно сейвы забрать. Ну, то есть там чуваки их специально размещают, чтобы люди у них там лутались.
неплохо. Реально неплохой. Был бы адептом. И адепт моды лишними не будут. Ладно, еще, наверное, один заход, остальные оставлю, чтобы потом героические сектора фармить. Здорово, здорово. Тело. Так. В этот раз фиговое. Руки тоже хрень. Голова. Стой. Ну. Ладненько. Да. Остальное я, наверное, про запас оставлю, чтобы... сектор фармить. Помни, вместе мы... Посмотрим, что мы можем друг другу предложить. Блин, а какая у меня это была инграмма по лайту? 750-я, да? А вот 1350, это тоже 750. Тоже. Ну ладно, интересно, что там у нас будут за шмотки. Поэтому поздаем в Осирисе, чтобы было 10 слотов. Ей, укус мышика красный. На почту улетевший. Смотрим, что там у тебя. Здравствуйте. Приказает взрывной наконечник. Ничего себе. На это потребовались годы, но... Репутация Осириса, похоже, восстанавливается. Восстанавливаем. Так. Готово. Следующий. Так. Возможно, тебя интересует обмен? Говнотомет. Так. Когда я потеряю рука? Я посмотрю. Not bad. Что у меня тут еще было? Персантик. Говорят, у него Нет. тоже есть границы. Готово. Ну, теперь на ханта. Блин, кстати, со всеми этими забираниями и грамм забыл посмотреть, что у меня тут. Получилось-то. То есть у нас вытащились руки, голова и линейка, которую можно пыльнуть спокойно. Ну и, в принципе, все. Да, не густо, Сейнт, не густо. Ну, хотя бы... порадовал немножко шмотками. Давай же, в бой! Бой. В запой.
Ладно, эти запасными оставим, пока буду сектор фармить. Ну или мало ли придется от чего-то почту чистить. Падши, Кабал, Векс, а, что у меня у Банши там еще было? Кетница. Снайперка. Мат. Снова снайпа. Спасибо, Банши. Не сгори там. Постараемся. Оставайся на земле, если можешь. Так гораздо проще. Неплохая, кстати. Как, какая у меня лежит? Обойма, сюрприз и быстрый прицел. В далеком кургане. Неплохо, 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 да, да. Ладно, приносим жертву ради засолки. Анграм. Все сделано. Что-то да, YouTube Дзен. Спасибо всем за просмотр. У меня там, оказывается, у Финча осталась одна инграмка, но я ее уже потом как-нибудь заберу. Ну что, ждем следующий день. 6 вечера по Москве получается, когда у нас там выйдет трейлер. Нам станет доступна эмблемка за 10% игры Стражи. Ну и посмотрим, наконец, как на самом деле будет называться сезон. В общем, Twitch, погнали тогда играть дальше. А YouTube, Дзен, мы с вами прощаемся. Лайк ставим, комментарий пишем, на канал подписываемся и колокольчики прижимаем, чтобы не писать уведомления о выходе новых видосов. Также проходим по всем ссылочкам, если захотите стримера поддержать, ну и чтобы на связи оставаться, если у нас тут что-то заблокирует. Все.